Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Вообще-то, я не планировала делать ролик по этой теме, но когда вчера вечером зашла на канал «Пара Индикатор» и увидела статистику от Юрия за эту неделю, то не смогла не поделиться с вами этими результатами. Вот в этом ролике я показывала статистику за неделю с 26 ноября по 2 декабря. И за ту неделю было создано и активировано в блокчейне Призм 200 новых кошельков. А за эту неделю с 9 января по 15 января аж 347 новых кошельков. Это на 147 кошельков больше, чем за предыдущую неделю. Мне кажется, что даже в 2017 и в 2018 годах таких результатов за неделю мы не видели. За 9 января плюс 56 новых кошельков. 10 января плюс 89. 11 января плюс 34. 12 января плюс 89 кошельков. 13 января плюс 20. 14 января плюс 42. И за 15 января плюс 17. Итого 347 кошельков. Вся эта статистика выкладывается на телеграм-канале «Параиндикатор». Вот ссылка на этот телеграм-канал. Эта ссылка будет в описании под роликом. Можете сами перейти на этот канал и отслеживать информацию самостоятельно. А чтобы у вас не возникло ощущение, что только за эти две недели прибавляется столько кошельков, вот я вам продемонстрирую еще. 21 декабря было плюс 47 новых кошельков. 23 декабря плюс 84. А 29 декабря аж 119 кошельков за один день. Нажимаете вот здесь на кнопку «Еще» и переходите вот по этой ссылке в группу ВКонтакте в Призм. Либо нажимаете на мою аватарку, переходим на мой канал, нажимаем вот здесь на этот значок ВКонтакте Призм и также переходим в мою группу Призм. Вчера я разместила здесь пост от Антона Попова и вставила такую интересную картинку. У нас нет конкурентов, ты понял? Почему у нас нет конкурентов? Нажимаем вот здесь на кнопку «Показать еще» и читаем, что у криптомонеты Призм много преимуществ и уникальных особенностей. И здесь перечислены основные особенности и уникальности монеты. Свой нативный блокчейн, легкий к установке, то, что криптомонета Призм – это коин, а не токен, одноранговая, неубиваемая сеть. Я не буду сейчас зачитывать все пункты, потому что расшифровка всех этих 28 пунктов есть вот в этом ролике «Преимущества блокчейна Призм». Кому непонятно, что написано в этом тексте, можете просмотреть этот ролик. Но мне очень понравилось, что Антон в конце задал вопрос, что из подобного есть хоть в одной криптомонете. И этот вопрос он задал не случайно. Обязательно перейдите по ссылке и вступите в эту группу. И очень внимательно прочитайте этот пост. Для того, чтобы не потерять свои инвестиции на любых криптовалютах или каких-либо компаниях, где вам предлагают заработать на криптовалютах, прочтите очень внимательно все эти пункты. И если вы при рассмотрении того, что вам предлагают, не найдете хотя бы пару пунктов из этого списка, то задумайтесь, а стоит ли инвестировать в то, что вам предлагают. Имея на сегодняшний день вот эти все преимущества, из более чем 22 тысяч монет на CoinMarketCap, криптомонета Призм в личном кошельке на собственном блокчейне действительно единственная и неповторимая. То есть нету у этой монеты на сегодня никаких конкурентов. Возможно, именно поэтому такое количество новых кошельков. Видимо, народ начал понимать, чем отличается собственный кошелек для хранения от хранения своих средств в доверительном управлении. На этом у меня все. Благодарю всех за ваши лайки и комментарии. С вами была Валентина Синема 2.